Здарова, друзья, с вами Влад Кабуста. Я приобрел абонемент FIFA Points на 28 дней. Я думаю дать каждому из вас возможность получить такой абонемент вместо звездного абонемента за то, что вы набираете ровно 15 тысяч просмотров за сутки под моим видеороликом. Чтобы вы сумели принять участие, все лишь обязательно, чтобы вы поставили палец вверх под этим видеороликом, подписались на мой YouTube канал и открыли ваши подписки на YouTube. Но ни в коем случае не забывайте написать комментарий, какой абонемент больше всего хотели бы. Абонемент на 28 дней, либо звездный абонемент чемпионата мира. Ну и самое главное, подпишитесь на мой телеграм-канал, потому что там, во-первых, все результаты будут находиться на звездные абонементы, плюс лайфхаки по событию, ну и самое главное, таблицы по событию, которые постоянно обновляются, и огромная беседа, в которой вы сумеете найти для себя друзей. Открываем прямо сейчас, посмотрим, что же будет находиться сразу же в этом абонементе. Фух, 600 поинтов и плюс поинтов, я так понимаю, каждый день к нам будет приходить на протяжении недели, либо двух. А, на протяжении 28 дней, видимо. Да. Друзья, я напоминаю, если вы испытываете проблемы с покупкой FIFA поинтов, звездных абонементов, то все можно приобрести совершенно официальным путем через меня, через моего бота, который находится в ссылках в описании. Покупая через меня, вы покупаете все официальным путем. За покупки через меня вас никто ни в коем случае не заблокирует. На покупку FIFA Points в больших количествах для всех вас будут действовать хорошие скидки. Так что, ребята, вы можете обращаться и покупая 5750 FIFA Points, вам дается еще гарантированно самая крутая темка. 3 кумира, 5750 FIFA Points, 200 усилений навыков и 2 миллиона монет. Так что можете обращаться, все сделаем в самом лучшем виде. Ваши данные никаким китайцам левым не передаются. Покупайте через моего бота, все будет сделано в самом лучшем виде. Нужна ссылочка на Левандовски, Месси, Мбаппе, карточку Анхеля Ди Мария. Ох, ребята, нужно прямо сейчас начинать, потратим 1250 самоцветов, и здесь шансы на выпадение карточки Верона составляют всего лишь 1%. Если вы открывали эти наборы, отпишите, пожалуйста, в комментариях, сумели ли вы выбить карточку Верона, либо карточки 106 плюс рейтингом. Нажимаем на этот магический набор, увидим, что здесь мне выпадет. Ну, что-то явно не то. Правый защитник из Турции. Или Тунис. Да, Тунис, то я перепутал. Прошу прощения. 1 520 000. Ну, не знаю, что сказать, нормально или плохо, хрен пойми на самом-то деле. Хотелось бы, конечно, чтобы было получше, но что есть, то есть. Шанс на выпадение карточки Верона составляет всего лишь 3%. Ну, тоже не особо верится, конечно, жетоны программы 500 штучек мне пригодятся. Подкрываем совместно с вами наборы, узнаем, что выпадет. И мы потратим 3000 самоцветов. Самоцветы даются в этом событии, конечно, в огромном количестве, поэтому можно просто-напросто и себя побаловать. Ну нет, ну нет, ну не гони, ну... Правый защитник, а теперь ЛЗшник выпадает. Ну круто, однако, да, еще и рейтинг вроде бы как одинаковый. И по стоимости, но этот подороже, стоит уже хорошо. Но такой себе в целом-то. Верона карточку хотел получить, но, увы, не получилось почему-то. Блин, не знаю, как быть в этой ситуации. Обидно, на самом-то деле. Здесь уже набор, конечно, стоит за 1500 поинтов. И вот не знаю, есть ли шансы, 5% всего лишь и 2500 очков наград. Ну, нормально вроде бы как. Поэтому давайте прямо сейчас откроем. Роберт, Месси. Ну вот любой из вас, Мбаппе, даже Анхель Ди Мари, если выпадет, это реально будет здорово. Супер маленькие шансы, но почему бы нет, нужно испытать свою удачу. Хотя не факт то, что надо было это делать, не факт. Да ну не гони, ну три раза, ну рофлят с меня. Ну просто рофлит с меня, да что ж такое? Такой жесткий рофл от eSports я давно не видел. Три одинаковых игрока, ну не, типа игроки разные, а сторона та же самая. Здесь жетоны программы 2500 дается, блин, ну мне сейчас смешно, 7% на выпадение карточки Верона, это супер мизерный шанс, ну... Давайте уже откроем. Фиг с этой карточкой. Не знаю, что вам сказать. Просто обидно, если честно, в таких-то ситуациях. Да ну ладно, да ну ладно! Я не знаю, тратили мне FIFA Points на получение карточки Верона. Реально, я не знаю, я сейчас сижу в лютом шоке от того, что я... получил всех четверых игроков из одной и той же стороны.
Ну как вот настолько рофлить с меня eSports? Ну зачем вы такое делаете? Это же реально некрасиво так поступать. У нас в игре еще появились разные наборы с очками распродажи. Давайте прямо сейчас немножко пофанимся, пооткрываем эти наборы. Конечно, очень красиво eSports сделали. Ну прям суперски выглядит. Жетон сейфа. Ай-яй-яй-яй-яй, как же круто. 300 самоцветов еще раз тратим. Блин, ну дизайн этого набора прям шикарнейший. В целом-то, если говорить о распродаже именно этой, она такая себе, не особо крутая. Я думаю, то, что задоначу себе 24 тысячи FIFA поинтов и открою вот эти вот наборы, там, где усиление навыков дается по 7500. Вот эти вот наборы мне пригодятся для того, чтобы я усилки себе подкачал. А в целом-то, что говорить о распродаже? Ну, 50 на 50. Вроде бы не супер плохо, вроде бы не супер хорошо, если вот так быть серьезным. Именно от этой распродажи, что я сейчас перед собой вижу, этапы распродажи. Даже на это не хватает, сколько у меня очков сейчас. Требуется 100, а на балансе у меня не ясно, сколько очков. Вроде бы вообще даже и нету, походу. Крутая штука, это жетон сейфа. Здесь можно выбить 50 миллионов монет. Я, конечно, в такую цифру 50 миллионов монет не особо верю, потому что, ну, это что-то невозможное для меня. Монетки и очки распродажи, 10 штучек, и жетоны сейфа 4 штуки. 30 штук на балансе. А вот здесь вот нужно испытать свою удачу, проверить. Блин, ну супер халявное, конечно, предложение. Да и вообще халявное все событие. 50 тысяч монет, а могло повезти и выпасть 50 миллионов монет. Такие цифры, однако, я не припоминаю. Меньше даже, чем 1% на выпадение 50 миллионов монеток. Ну, вот так вот. Если говорить об этапах распродажи, что вам сказать? 100 очков вам может подарить карточку 99-го Ради Ампиру. Но шансы, конечно, супер мизерные, поэтому рассчитываем на карточку Дель Пьеро 92-го рейтинга. 92-й рейтинг на данном этапе в игре вам особо ничем не поможет. 99-й еще более-менее плюс-минус, но не так, чтобы супер вау. 101-й уже получше было бы. Здесь то же самое, не самые топ награды находятся в этапах. Этап номер 3 и максимум карточка 99-го рейтинга. Тоже не супер так круто на самом-то деле. А здесь вот более-менее нормально, 98 плюс рейтинг выпадает. Но сейчас карточки, конечно, супер подешевеют, пиле карточка. Вот сколько сейчас стоит, мы проверим. 187 миллионов монет. Вот даже если дойти до 4 этапа, тут более-менее еще нормально, можно выбить карточку даже самого пиле. Было бы здорово, мне кажется. Ну а так, Роналду карточка, думаю, тоже подешевела, не особо дорогая уже. 63 миллиона монет, хотя были такие моменты, когда она супер дорогущая была. Одна из самых дорогих карточек, которые у нас были, это была карточка Руда Гулита, а потом нам eSports его просто-напросто взяли, дали бесплатно. Новая группа у нас добавлена, поэтому мы ожидаем то, что у нас будут еще дополнительные группы постоянно добавляться. По поводу того, сумеете ли вы забрать карточку Шмихеля. Для того, чтобы вы сумели забрать карточку Шмихеля, вам потребуется потратить все самоцветы, которые вы сумеете нафармить в данном событии. Если еще промежуточное событие нам выпускают eSports, то, конечно, вполне возможно то, что с покупкой всех абонементов, которые у нас будут появляться в этом событии, нападающего, полузащитника, а также защитника, плюс еще звездного абонемента первого и второго, и вполне возможно то, что у нас будет абонемент еще и ультимейт, тогда вы сумеете его забрать примерно за 20 либо 30 тысяч FIFA поинтов. Но есть такой вариант, что вы сумеете вот эти вот FIFA Points заменить на самоцветы, которые вы нафармите в данном событии. А в этом событии вы можете нафармить себе 100 тысяч самоцветов. Если говорить серьезнее о карточке самого Зинедина Зидана, то вы можете забрать себе бесплатным образом карточку Зинедина Зидана и карточку Робина Ван Перси. Это событие супер халявное. Вы сейчас лучше можете даже и подождать. Не тратьте сразу все ваши жетоны, которые вы нафармили. Дождите всех групп, которые будут открываться. И тогда вы для себя сумеете выбрать двоих игроков 107 рейтинга, которые вы захотите забрать без какого-либо доната в ваш основной состав. Эта версия FIFA Mobile, она самая крутая. Здесь столько карточек крутых будет, которые вы сумеете, ну, с помощью которых вы сумеете улучшить ваш основной состав. Так что, друзья, я думаю, то, что это событие и вправду одно из самых невероятных событий из тех, которые у нас были за столько времени. И попытаться отсюда хотя бы выбить карточку Месси либо Левандовски. Да, конечно, понимаю то, что шансы супер маленькие. Но почему бы нет? Почему не испытать свою удачу? Всегда хочется открывать, получать возможности. Выбивать наилучшие, наикрутейшие карточки, которые только доступны. Нет, ЦПшник, ну явно не то, что мне хотелось бы, но... Рабио карточка 101. Нежданчик, неплохо вроде бы. Если написано то, что он 14 миллионов монет стоит, то это хорошо. Но за такую стоимость я понимаю то, что вряд ли его сумею продать. Это уже плохо, значит.
Показай все. Продолжаем открывать. Будем стрелять. Потихонечку, поэтапно все открываю. Почему бы нет? Монетки. Да и все. А, самоцветы я забрал, поэтому можно сделать сброс даже. Ой, не случайно один набор открыл. Ой, Эдерсона карточка. Скоро снова у меня забьется. Совсем немного осталось до того момента, когда у меня резерв снова забьется. Ох, самоцветы, хорошо. Блин, вечно самоцветы выпадают. Реально вечно самоцветы выпадают. Фух. Монетки. Да. И как в таких ситуациях быть, пока что неизвестно. Либо кормить, либо хрен его знает, как поступать. Обмен. А, можно сюда запихнуть, кстати. Обмен нажимаем. Жетон программы получили. И карточку 91 тоже сюда закинем. Теперь мы здесь обменяем, тоже получим себе жетончиков. Открыть. И быстрое добавление еще одного. А, там еще ж надо будет в других местах поделать обмены, блин. Придется такие обмены поделать, обмен. Хотя не супер выгодные обмены, но что поделать. Мартина за карточка. Обмен. Столько игроков есть спорс в этом событии нам дают, что я просто не могу. Это супер много. По Одибалу карточка выпала. И здесь мы тоже пофанимся немножко. 70-79 по 5 игроков. Это не особо много, увы. Ну еще тратим по чуть-чуть. Приходится, просто других вариантов нету. Если так уж задуматься. Но вообще супер крутое событие, где вы можете забрать двоих игроков 107 рейтинга, плюс еще и 105 можете получить. Я такого не припоминаю, чтобы eSports были настолько щедрыми. Мне интересно, что тогда будет у нас именно в тот момент, когда появится событие Тотти. Вот тогда я буду в шоке лютом. Вот просто у меня даже нету вариантов никаких. Давайте еще раз попробуем. Пам-пара-па-па-па-па-пам. Нет. Ох, думал, что-то годное будет, но нет. Ну, давайте откроем сразу 7 наборов. 7, может быть, что-то вот прям крутое выпадет. Блин. Когда уже какое-то чудо произойдет? Видимо, чудо не будет происходить в этот раз. Снова могу сброс сделать. Ну давайте уже добьем, почему бы нет, там осталось немножко жетонов. Ну и финальный набор откроем, 4. Не, все потеряно. Зря потратил. Обратно заходим в основу, набор базовых кумиров, вот сюда вот мы все это сделаем. Не особо может быть и выгодно, но других вариантов нету. Посмотрим, кто выпадет. Ох, Андрей Шевченко, хорошо. Приятно. А здесь что? И снова Андрея Шевченко мне предлагает закинуть. Но мы не будем так поступать. Подтвердить. И там я думаю, что все четко, да. Ну, приходится такое делать. Обмен. Не хотя это, конечно, все делаю. На кота карточку получил. Зашибись. Супер выгодный обмен. Что тут еще скажешь? Ну, еще раз, 50 тысяч монет. Вот такие вот дела, к сожалению. Я думаю, то, что в следующем ролике я уже нормально задоначу. И пооткрываем наборы в распродаже, если, конечно, вам будет интересно. Ребята, я напоминаю, набирайте 15 тысяч просмотров ровно за сутки, я смогу вам разыграть звездный абонемент события чемпионата мира. Чтобы вы сумели принять участие, вам всего лишь нужно подписаться на мой YouTube канал, написать в комментариях то, что вы принимаете участие. И самое главное, подписаться на мой Telegram канал, потому что именно там для всех вас будет находиться результат на сегодняшний конкурс. Если что, ссылочки все там находятся. Спасибо большое каждому из вас за просмотр, всем до скорых встреч и всем вам пока!